И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved и все так же с модом Expansion Core, все так же на том же самом сервере, где я играю. Как видите, я сделал коробку себе, потому что стоило только возвести стены, точнее, стоило только выйти из серии, как уже начали подходить, подлетать и так далее. Ну, понятное дело, мне это нафиг не нужно. Я по-быстренькому достряпал коробочку, и все хорошо. Есть главный вход. И на этот раз я додумался сделать маленький выход-вход чисто для себя, чтобы, так сказать, мог я выйти, зайти и так далее. Как видите, сюда все помещаются. Это временный баг, они потом вылазят, все нормально. Притомил, кстати, третьего птера. У меня тут был баг, в общем, летали они все прерывисты летали и так далее. Я думал, ну мало ли, вдруг что сделали с ускоренными птерами. Притомил, неускоренный также глючил. Потом перезашел, не проканало, перезашел, перезапустил Steam, проканало. Ну вот и отлично, думаю, замечательно. Что дальше? Ну, так мало чего изменилось. Как видите, здесь, кстати, я пропустил, где-то вот здесь что идет true. Так, где? Вот, розетка идет. Соответственно, вот по этой полосе идет электричество, и оно разветвляется в нескольких местах. То есть розеточки мы прекрасно видим. Возле каждого телепорта стоит по два светильника, то есть они освещают. Все хорошо, замечательно. Здесь у меня стоит светильник, здесь стоит светильник, и здесь стоит светильник. Здесь несколько, короче, и там на крыше еще стоит 4 штуки. Сделал вот такой подъем, и динозавров загнал наверх. Думаю, это куда поприкольнее будет. Вот, и поудобнее, можно так сказать. Вот эти стенки просто так, для эстетики, чтобы не в воздухе крыша висела, да и в целом они у меня остались. Вот, поэтому решил их туда закинуть. Ну, это что касаемо здания, это все изменения. Блин, очень ярко, и походу у меня гамма стоит. Да, ну, мало чего изменилось. Вяленое мясо потихоньку делается, я решил все мясо хранить именно здесь, пускай будет там. И здесь продолжаю жарить мясо. Кстати, они питаются именно жареным мясом. Поэтому я им закинул жареного мяса. Ну, собственно, поэтому я его и жарю в таком количестве. Пускай будет. Вот, и, кстати, да, других трайбменов я не буду. То есть, другие трайбы, цвета и так далее, я томить не буду, если мне нужна будет для этого нужда, так сказать. Вот, так что пока что все замечательно. В целом мало чего изменилось, мало чего добылось. Я мало, так сказать, играл, поэтому мало чего сделал. Сейчас же я хочу. Сейчас немножечко покажу вам, что да когда где, мало ли вдруг что найдете, увидите, как говорится. Если хотите что-то узнать, увидеть, то включайте, ставьте на паузу и увидите все. Вот, ну и весь остальной металл здесь. В общем, что я хочу. Что я хочу, кстати, да, седатив наркотик сделал, они делаются очень легко, и в целом у меня сейчас третий телепорт стоит в зиму, чтобы лутать цветочки. Обычным паразавром, кстати, паразавром очень удобно лутать цветочки, он получается чисто подходишь, смотришь на траву, нажал, на нужную траву нажал, и он только ее именно собрал, а ничего более. Вот паразавром, кстати, очень удобно собирать, возьмите себе на заметку. Ну, это если вы не хотите собирать абсолютно всю траву. Ну, конечно, бронта тоже хорошо. Шлепс, и там в радиусе, короче, у вас все собрано, это, конечно, тоже неплохо. Вот, ну, мне как бы лишний хлам не нужен, поэтому я собираю только нужное. И то, как видите, наркобарики все копится и копится и копится, хотя наркотика у меня уже столько, что его девать некуда. В общем, такие вот дела. Что, а кстати, да, полимерчик немного добыл. Что же дальше? Так, запятно, все нормально. Что же я хочу сделать? Я хочу сделать сегодня следующее. Я нашел на летающем острове Рекса. Додо Рекса. Вот. И я подумал, а почему бы его бы не притомить? Почему бы и нет? Погнали. Поставим сейчас там телепорт. Сразу же. Давай, грузись уже. Отлично.
Так, а вот тут уже гамму надо включать. Вот. В общем, как видите, да, удобное вполне место. Кстати, телепорт ресурсам не мешает. Мой второй, точнее, первый телепорт стоит вот около такого же камня, прям в упор к нему. Я думал, типа, срублю камень, чтобы его там не было. Ну, типа, не заспавнится около постройки. Нифига! То есть, телепорт постройкам не мешает. Возможно, это на этом сервере так, но другие постройки... А, кстати, нет, на этом сервере не так. Помните, руин это здание я облутывал? Там-то металл не спавнился. И, кстати, да, там сверху видите то, что там это... Пишут, короче, типа, в чат все дела. И через консоль, как я понял, пишут. Это очень глупо и... Глупо. Не понимаю, для чего так делать. Ну, в общем, да и фиг с ней. Здесь такой домик маленький, виверны, все дела. Состоит из несколько домиков, точнее, из одного домика, большая печь, пару загонов. Побаловался, видать, чувак с эко-фигней, короче, типа деревья высадил. По-моему, это глупая штука. Кстати, напишите, нафига вот это вот нужно, типа, изменять биом и так далее? Для чего эта фигня нужна? Чтобы у вас деревья росли. Ну, по-моему, это только сервер нагружает, да и ваш компьютер тоже немало так нагружает. А еще меня нагружает вот эта вот надпись, новый уровень, все дела. Так, давайте здоровиться. Я ему качаю сейчас здоровиться. Или ей. Вот, качаю здоровиться. На, ему. Яйца ни разу не нес. Вот, чтобы было побольше. Скорость у него огромная, а вот со здоровьем чутка не очень. Черт побери, здесь же сраная темень будет. Блин, ну вот об этом-то я и забыл. Ну да и ладно. Не такая уж и сильная темень. С гаммой-то. Так, с... Вот он, Додоня. Он маленького левела, но в целом я хочу посмотреть, что с ним, как с ним и так далее. 28 тысяч вроде торпорчика, да, у тебя там? Сжигает всех. Беспредельщик, короче. 25 тысяч. В общем, 3 дротика в него нужно будет запустить и выживет. Надеюсь, что выживет, потому что дамаг что-то от винтовочки-то там огромненький был, однако. Ладно, посмотрим, что будет, как будет и так далее. А вот телепорт, пожалуй, я где-нибудь здесь его поставлю. О, здесь уже и телепорты стоят. Козырное, видать, местечко. Слишком близко. Ну, отлично, я поставлю вот здесь. И этот телепорт у меня будет телепорт 4. А почему бы и нет? Что дальше? Что дальше? Что дальше? Дальше дождаться утра, маленькая подготовка, и будем пробовать Тамиду Дошу. Как говорится, почему бы и нет, а нафига я сел на птеры, если будет репортироваться. Да. А, кстати, я пока бегаю, решил трайменов поубивать, и вдруг выпадет еще этот... кибл рексовский, варить, потому что мне неохота. Хотя вроде бы ресурсы все есть. Ну и вспомнил, вышло же сегодня новое обновление, по крайней мере у меня это сегодня. Вот такая вот фигня. Кстати, очень удобная штука, ты ее можешь просто отключить, и вот эти вот бирки, они тебе мешаться никак не будут. Я еще буквально позавчера думал, блин, было бы как круто, чтобы они не мешались, и тут бах, все, добавляет, здорово. И я уже не помню, для чего она нужна была, то ли для того, чтобы искать, то ли что, да-да-да, удаляет лишний предмет, то есть, допустим, вот. Что нужно выкинуть? Вот это выкинем. Пожалуй, вот это выкинем, она не нужна. Вот это выкинем. И суть-то в чем? Мне не мешает эта табличка. То есть раньше было как? Оп, и ты не видишь, что там будет дальше. Бывало, лишнее удалял. А тут все только нужное. Кстати, да, вот у меня тут баранина есть. Там еще у меня почти 5000 баранины лежит в холодильнике. Это я ее выбил. Ну, смотри. Что-то бил, и бах, овес мимо пробегает, я шлёпс его, и, ну, и его убил. Ну, такие вот дела. Так что баранины у меня дофигища, так что, да, не думал, что с овесов столько много баранины падает с одного. Так что все замечательно. Ну, а я что? Я погнал дальше, вот, только вот, я увидел, у меня серп такой хорошенький, а этот такой не очень, надо заменить.
Офигеть, вот только посмотрите. Альфа Хеликотерий. Да, господи, хорош махать крылом уже перед носом. Офигеть, мне просто его характеристики. Что, 25-й левел, да? 203,5 тысячи хп. И торпор, торпор. Ну покажи торпорчик. Торпорчик, я томить я не буду, чувак. Вот, боже упаси. Ну, ёшкин матрёшкин. И торпор, во. Ну, почти 300. 290. Торпора. Тысяч. Офигеть. Просто офигеть. Я просто тут летаю, короче, решил все-таки сварить. В итоге решил уже сварить и нашел очень много трайбовцев. Блин, вот это как, короче, какой-то прям рок какой-то просто. Чипоникс. Чипоникс. Так, прозавр комби. Нет, думаю, на нем я большой не найду. Корм мне надо убивать больших, типа красных и так далее, трайбменов. В общем, я ищу индейку. Блин, ну где-то же должна налазить долбанная индейка. У меня вся кукуруза просто испортилась, и грядки нужно сажать. Либо ее можно не сажать только так, когда у вас на сервере много индейк бегает. И все нормально, их можно всегда убить, и у вас будет овощи. Ну, либо Kibble Table, да, тоже такая штука прикольная. И за металл тупо делаешь себе любой кибл и без заморочек. Здесь такого нету, поэтому приходится как-то исхищряться. Просто я думаю, мне двух не хватит, хотя фиг знает, может и хватит киблов. Я не знаю, как это будет томиться. Все-таки здесь фаст томления, и может двух киблов мне и хватит. Хотя, погнали, короче, отсюда нафиг, и не хватит, тогда уже будем что-то придумывать. А если хватит, то зря тогда я так мучаюсь. Так что, вперед, вперед, будем уже томить Додошу. Кстати, ни разу эту бочку не ставил. И хотел поставить наверх, думаю, что за фигня, что не ставится, что не ставится, так, не ставится, думаю, из S+, она должна сквозь стену даже ставиться. Смотрю, нет привязки сверху пишет, я такой думаю, ну блин, а к чему она может быть привязана? Такой, думаю, а если гриль? Такой подвожу, ёперный театр к грилю, вот это, короче, было для меня откровение реально, ни разу, и не орошается. Это то есть, если я подведу, допустим, краны, буду сверху заливать воду, он будет орошаться? Ну, типа ж не орошается, то есть я могу с помощью воды и крана орошать. Интересно даже, проканает ли. Ну да ладно, взял винтовку, взял киблы, взял седатив наркотик, чтобы его приручать, и уже готов к битве. Пойду, конечно же, на Рексуши. Ах, ну на ком же еще? Рекс — это наше все. Тем более здоровье у него, у нее 104 тысячи, выносливости много, если что, даже дамагом подсобит. Так, кстати. Так, да. Это, короче, туда. Ну так, на всякий случай. Погнали! Как хорошо, что я поставил на паузу. Я, оказывается, залез в третий телепорт. Прилетел в зиму, обратно прилетел на базу и вернулся, прилетев на четвертый телепорт. Да уж, в общем, я могу. Ладно, погнали, потихонечку. Ну, заодно здесь можно будет сменную пасту залутаться и так далее. Я очень рассчитан на то, что он сейчас есть. Родники здесь, и я надеюсь, что это не прирученный. Но 125 левел, это, я думаю, не прирученный. Так что, я очень на тебя рассчитываю. Винтовочку я брать в тебе сразу же с тебя не могу. Так что... Так, кисы, сдохнем-ка, чтобы не мешались. А, кстати, что хотел сказать? А, это, посмотрел новый сервер от Тошки на базе мода Эльми... Я сломал. А они так легко ломаются? И лута нету, да? Очень в натуре, реально. В общем, Arc Elemental — это, как и понял, Arkham the Life, да, только переделанный под другое. Очень понравился мод, в том плане, что вот эти вот lightning
Тира я увидел. Офигеть. А потом Лайтнинг Трайка увидел. Это круто. В общем, что касается... Спойлер! В общем, немножко спойлеров и... Я рассказал, что да, когда, где. Так, тебе нужно, короче, включить на пассивочку. На всякий случай. Так, и... Чпоньк. Оуге. Так. Нехило. В общем, зря я столько накидывал. Этих создавал. Ёб твою ж мать! Я горю! Да уж. Вот об этом-то я не подумал. Надо было сбросить, короче, его и... оставаться. Фак. Вот об этом-то я реально не подумал. Благо я включил Рекса на пассивку, еще бы он этого додоху завалил бы просто, как делать нефиг. И да-да-да, вы мне писали в комментариях, могилка, все дела, лут тогда будет в могилке сохраняться. Да, я забыл о ней. И сейчас придется... исхищряться. Очень сильно исхищряться. Сейчас придется, чтобы все залутать и свалить отсюда. Так. Ну, кошаков я завалил. А, вроде там больше хищников-то и нету. Ну, пойдемте посмотрим, что у меня с этого выйдет. Ой, да ладно! Еще альфа-стега. Вот ты, короче, здесь прям очень жестко нужен. О! Уёб, твою ж налево! Да пошел ты! Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! Опа! Отлично, здорово, просто замечательно так стоять. Ну-ка. Захавай труп. Отлично, молодец. Ёкарный бабай. А ты чё, вырос? Здесь же маленький стега бегал. Вырос, что ли? Так быстро дети сейчас растут. Ой-ой-ой-ой. Так, ладно. Хватаем все по новой. Свои поломанные шмотки. Ну, а с другой стороны, торпор должен на нем... должен был быть. Ну, ладно, я знаю, что теперь мне нужно делать. Но для начала мне нужно убить, короче, тебя. Чтоб ты мне не мешался. Так, иди сюда. Давай! Выходи на бой! Биться будем! Нифига у тебя дамаг в натуре. Не маленький левел. Я хочу левел твой глянуть. 550-й. Блин, тебя в притамине было бы здорово. Но вот ты сейчас мне мешаться будешь. У меня сейчас другая задумка. Я хочу додоху глянуть. Стега-то я знаю, кто такой и что он из себя представляет. Очень прикольный чувак. На самое главное, очень жесткий. Так, тихо, не кнаёбся. Такс. Да ладно. Седло на стега, что ли, выпало? Или рецепт на седло, седло на стега? Ага, чертеж. Прикольно. О, щит. Почему бы нет? О, кстати. Кстати, да, на Е типа нажимаешь и одеваются шмотки. Мне, а, мне ручки мои переломала. Ручки переломала. Так, вот это вот тоже скинем. Отлично. Ну просто на ручках была броня дерьмовая еще пока что, поэтому. Так вот, переломала мне ручки чутка. Ах, господи, сколько ж всякого хламья-то у меня здесь. Вот, кстати, про что я говорил. Вырубаем, и я спокойно вижу, что я удаляю, и ничего лишнего я удалить. Не должен, по крайней мере. Ну, это ж я ж всегда могу что-нибудь доучитить. Так, ой, ёптель-моптель, ну-ка назад. Отлично. Я ж вот это хотел нажать. И, кстати, да, теперь, ну, я быстро привык к этому, но я пару раз пытался вот на это нажать. Один раз нажал и пару раз пытался нажать вместо переместить все. Такие вот дела. Такс. Конечно, меня тянет, очень тянет залутать, но... А, стоять, тихо. Чпокс. Раз. Два. Попал, интересно. Твою мать! Да пошел ты! Я ж ничего не вижу! Да иди ты в задницу! Снайпер недоделанный! Уу!
Воу! Легче! Я тебе постреляю, козлина! Спать сказал! Вот она и спит. Отлично. О, яйцо стега. Такс. Так. Прости, чувак. Вынужденные меры. Да тихо. Ты что там? Суетишься-то? Так. Быстро. Да используй. Да я нарежу, господи. О, за один. Отлично. Офигеть! Ну, в общем, тактика оказалась очень даже прикольной. Уклоняться от фаерболтов и в упор не подходил, кстати. Очень прикольно. А еще я захотел его протомить из-за раскраски. Очень понравилась раскраска. Здорово. Так, это какуля. Нам какуля не нужна. Хаваешь ты вроде бы мясо, да? Ну, если фы не мясо, то будешь хавать мясо. Интересно. Что в тебе больше, Рекса или Додо? Узнаем это. Все-таки Рекса, да? Да, Рекса. Не побороть тебе свои истинные принадлежности. Такс. Ну, такие характеристики. Ладно. Погнали. Нужно делать седло, все дела, короче. А у нас тут есть телепорт. Офигеть, он быстрый. Как Рекс бегает, примерно. Здорово. Я думал, медленнее будет. Здорово. Мне нравится. Ну ладно, погнали делать седло. Ну и создаем седло, собственно. Я надеюсь, что именно такое седло нужно, как и у всех Рексов. Нужен для него всего лишь сапфир и обычные ресурсы. То есть, как бы ничего сложного в этом нет. А сапфир добыть довольно-таки легко. Так, давай. Оп, отлично. Погнали, закинем немножечко ресурсов на место, так сказать, и уже... Ой-ё, горный бабай. Чпуньк? А, ну да. Кстати, вот эта вот бочка, она может как горизонтально ставиться, так и... То есть, как параллельно, так и перпендикулярно. Это единственное, что мне нужно было в геометрии знать, это слово параллельно и перпендикулярно. Ладно. Экипируем седлом. Ну да, это оно. Эх, набивает воспоминания об Анунаке. Именно там я первый раз сел на Додо Рекса. Ну да и ладно. Блёмся пламенем. Грызём. Оу, это типа устрашение, а вот это плевок. Нет, а что плевок? Эй, Сич, да, плевок, давай. А, эй, алло. Я хочу плевок. Ну-ка. Годи-ка, если вот так вот... Нет. Это вообще... Не, я хочу плевок. На C вообще ничего, на прилечь ничего. Ну это беспредел какой-то. Я хотел плевок. Всегда плевались, а тут не плюется. Ну да ладно. О, неплохо. Жарим. А это устрашение типа, да? Да. Интересно, а в воздухе он птичку собьет? Вот это все фигней. Добываем. Больше ресурсов. Зря я, наверное, сюда выбежал. Надо было через телепорт бежать. И урон. Снова урон. Больше урон. Так. Погнали через телепорты. Мне нужен... Закрылась циферка 2. Оп. Куда? Назад. Ну, раскраска мне очень понравилась. Так, Рекс, ты не перед... Ну, ёкарный бабай. Ладно. Все на нейтралку. И погнали. Вот так, на всякий случай. Вот уже, я понимаю, жарит так жарит. Отлично. Я хочу посмотреть вот этой всей фигней, птичек собьет или нет в воздухе. Кстати, а если так сделаю? Ага! Вот этим сейчас-то и проверим. Так, иди сюда. Нет, ты просто это устрашение, ясно.
Ничего более. Отлично. А самое главное, всякое говно можно тогда испепелить. Ну, почти достать, даже получилось. Хе-хе-хе, здорово. Обожаю, когда всякое говно горит просто. Адово горит. На всякий случай надо скинуть. Здорово, здорово, здорово. Мне нравится. Обожаю дудошек. Они прикольные. Также делаем 10 тысяч хп. Выносливости предостаточно. Скорость вполне приемлема. И все остальное в урон. Там Карнат притомленный бегает. О, стой. Стой, 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 стой. О, уже по 700. Отлично. Корм, паразавр и компик. Ну, это ни о чем. Так, хитина немного. А точнее, кератином. В общем, что я могу сказать? Мне это вполне устраивает. И это обычный, вполне обычный додоша. Без лишних заморочек. Да, это не додо босса. О, кстати, какой-то... Баталия здесь какая-то была прям конкретная. И я что-то никого залутать даже не могу. Ты что ли всех убиваешь тут? Не исключено, если бы они были мелкого левела. Насекомых здорово им убивать. Просто это бля. И нет насекомых. Здорово. Если его вкачать по нужным параметрам, то все будет просто отлично. Интересно, а того Халикотерия, Альфа Халикотерия, сможем завалить или нет? Додо Рекс и Рекс. Рекс будет как танк, а Додо Рекс будет на подхвате, на котором буду я сидеть. А почему бы не проверить? Даже? Сейчас я вот это проверю, кто здесь у нас. Альфач! Так и знал, что Альфач. Оу, ее. Да, получается, ударяем пламенем, потом удар и снова пламенем. Отлично, отлично. В общем, немножечко подготовочки и к Альфа Халикотерию так вот этого звалю. Ну, я хотел. Ну что, готовы? Я подготовился в том плане, что я ему вкачал дамаг додоши. Вот, и, кстати, давайте глянем-ка у Рекса, что там. Что да как у Рекса. У Рекса тоже можно вкачать немножечко дамага, отлично. Тактика такая. Я направляюсь, он атакует. То есть направляю его. К примеру, делаем... Так, стоять. Прикатери, отлично, большого левела. Вроде вот это. Ага, погоди, погоди, погоди. Камень мешается. Отлично. А теперь старт. Пошла жара. Пошла жара. Угу, он все равно на меня согрелся. Отлично. Отлично то, что не отлично. Давай, 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 давай. Так. Рексуня, ёптель-моптель, в камне застряла. Ну, хорош. Во, молодец. Ёпарасоте, хорош камень грызть. Да вы теперь местами поменялись, да что ж такое? Тихо, 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 тихо. Я не хочу тут дошу терять. Ёп твою ж налево. А, да ладно, ты угораешь, что ли? Мне надо было камень сначала добыть. Ну ладно, что поделать, бывает. Бывает, что искусственный интеллект полный Г. Хотя это практически всегда так, ну что поделать. Ладно, погнали обратно. Офигеть! Жицу нового. Дудоню. Ну что поделать. Завтра, наверное, на стримах будем какой-нибудь фигней страдать. Томить, томить кого-нибудь.
Беспредельщик долбанный, а? Вот ж в натуре. Вали эту тварь, господи, дебилоид. Тка. Ну, по-другому, блин, не назвать уже. Так тупить по-жесткому, это, конечно, да. Ну-ка, оп. Давай, нафиг, сейчас завалим ее. Отродье. Это, конечно, да. Это, конечно, полный кобзюнь. Ну ладно, что поделать. Опс. И где-то мой трупик еще должен быть. Где-то. А вот где? Ага. Думал, не найду. Фиктас 2. Ну да ладно, в общем, Дудошу притомили, Дудошу потеряли. Ну, зато вы теперь знаете, где этот Дудоша. А то бы я бы за кадром точно так же бы его потерял. Я в этом уверен. Ну, притомим более мощного. Я думаю, сейчас поставлю грядочки с кукурузочкой. И притомим более мощного Рекса. Ой, Дудо Рекса. Так что все будет нормально. Так, Прайм седло. Каликатери, сколько у тебя там броня? 184. Ну и так, по мелочи. Ничего, так сказать, сверхъестественного. Так, все скину. Чтобы не мешалось. В общем, народ, вот такие вот бывают дела. И, как говорится, и только притомленного можно потерять с легкостью. Так что всякое бывает. Так, вот это, короче, мы сейчас заберем. Потому что здесь нафиг не нужен. Как видите, кстати, текст очень маленький стал. Это после обновления тоже. Читка неудобно, с моим-то дерьмовым зрением мне вообще неудобно нифига. Вот, но в целом все вполне неплохо. Мне лично нравится. И да, в менюшке типа можно менять вот эту всю фигню, типа саму эту. Типа, чик, маленькая менюшка стала. Чик, большая. В общем, это тоже все можно менять без лишних заморочек. Ну ладно, народ, в общем, на этом все. Вот так вот, как говорится, легко приобрести, легко потерять. Ну, а с другой стороны, дох, это был маленький левел, да и был как эксперимент своеобразный. Сколько требуется и так далее. Сотый левел, один кибл, то есть, если я добуду киблов 5, я притомлю абсолютно любого додорекса, я думаю. То есть, мне хватит. Ну и опять-таки же, тренировка была в плане того, как томить, потому что это просто кошмар. Ну, думаю, лучше всего томить, это строить ловушечку. Кстати, да. Ах, прям такая шевелюрка. Ну-ка, погоди-ка. Так вот, да. Ой, это не то. Вот эта кнопочка. Оп. Давай, ну, шевели. Ну, как-то шевелюра не очень шевелится. Но хотя вот так вблизи получше видно. В общем, знаю теперь, как додошек томить, и есть такая маленькая идея, как томить намного лучше и легче. Посмотрим, прогадает ли она или же нет. Я думаю, завтра на стриме, кстати, завтра на стриме будем играть на этом же сервере, вот, и завтра на стриме уже посмотрим, что да когда где. Думаю, буду томить опять додошек, ну, все-таки нужно, чтобы был или была. Вот, в общем, и да, как вы видите, искусственный интеллект может застрять и в камне, даже если это Рекс, который в 10 раз больше, чем этот камень. Так что выбирайте поле битвы так для искусственного интеллекта, так, чтобы нельзя было застрять в камне. Или в деревьях. Хотя деревья ломают, а вот что-то с камнем не очень. Вот. В общем, даже им стыдно, они решили залезть ниже плинтуса. Ай-яй-яй, как же тебе не стыдно? Ну да ладно. Обижаться на это не стоит. Говорится, сам затупил. Фух, в общем, додошек научился томить, и это главное. В общем, на этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо и добра. Всем пока.